6 шариков. Да, как звучит? На спине. Ваша задача. Сейчас мы включаем секундомер, и каждый из вас по очереди будет трясти попой так, чтобы все шары вылетели. Кто из вас будет первый? Наверное, будет Ваня. Давайте ему поаплодируем, друзья, и поддержим. Повернись всем спиной, потому что этого всем будет так приятнее наблюдать. Диджей, вы готовы? Итак, время. Женя, мы засекаем. 3, 2, 1. Поехали! Все нормально, шаров уже нету. Еще минут 5 надо было, чтобы тусовался, да. Так, следующий получает подарок тот, кто заполнит эти шарики ему обратно в его корзиночку. Так, а теперь мы встречаем нашего свидетеля, друзья. Чемпион всех торков 2014-2013 года. Поддержим аплодисментами. Давайте, давайте, давайте. Ну что ж, секундомер готов? Поехали! Слушай, ну ты, я не соврал про то, что он чемпион. Ваши аплодисменты, Евгения. 7 секунд, боже ж ты мой, ни одна латинос так не делала. Так, кто? Ваши аплодисменты, боже ж ты мой, победители тоже, потому что он участвовал, но, к сожалению, проиграл. Кто победитель? Есть, отлично. Ну что, а мы пока что подсчитали количество селфи-фотографий у похитителей. Итак, сколько у нас вышло? 52 селфи. Фоточки, замечательно. Давайте поаплодируем нашей похитительнице. Сейчас мы пытаемся подсчитать 14 фотографий. Опа! То есть получается, в данный момент у нас ничья, да? То есть в первом испытании победителем есть она. Получается, ты сказал человек на фотографии. Нет, селфи-фото. Селфи-фото. То есть одна фотография, да? Да, конечно же, конечно же. 52. 52 фото. Итак, ребята, решили. Хорошо, у нас есть сейчас следующее испытание специально для вас. Для следующего испытания вы можете взять себе в команду еще 2-3 человека. То же самое, к вам могут присоединиться еще ваши друзья-бандиты.